Подсчет голосов избирателей на выборах в Государственную Думу 7-го созыва и губернатора Ульяновской области в самом разгаре. Напомним, что явка избирателей в регионе составила 50,53%, по Ульяновску 41,5%. На 2 часа ночи 19 сентября обработано 35% бюллетеней. Большая часть участковых и территориальные комиссии не спят. И, конечно же, не спит избирком. Все это идет по плану, то есть участковые комиссии после окончания голосования завершают прием избирателей на участках, и после этого приступают к подсчету голосов по бюллетеням. После этого они передают протоколы в территориальной избирательной комиссии, а территориальные комиссии дальше уже везут их к нам. Вот, поэтому, ну, в принципе, нормально работаю. Вот единственное, что, конечно, физически не очень просто, но мы держимся. Я думаю, что мы все сделаем нормально. Мы надеемся, что самую главную работу, ввод протоколов участковых комиссий в систему госвыборы, мы завершим до 6 утра. Во всяком случае, так мы договорились с нашими комиссиями нижестоящими. Но я надеюсь, что эта задача будет выполнена, потому что это очень важно, чтобы сразу, без всяких промедлений, без всего, участковые комиссии вели протоколы в газвыборы. Это выборы достаточно такие, ну, большие, потому что получается две большие кампании на территории Ульяновской области. Тем более, что и тут и два одномандатных округа по выборам депутатов Госдумы, и часть федерального округа, и единый округ по выборам губернатора. Большие выборы. Окончательные результаты выборов на территории региона должны быть объявлены буквально через несколько часов. Следите за нашими новостями. Григорий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.